Всем привет, друзья, с вами как всегда драйвер 51 рус, рад приветствовать вас на своем канале. Значит, сегодня у нас на обзорчике будет Spin Tyra Smooth Runner мод MAS 509 приватный. Значит, стоимость мода 700 рублей. Так, давайте я зачитаю тут характеристики, да, ничего не заменяет. Тестировался на версии Spin Tyra Smooth Runner. Есть анимация руля, рулевых тяг, подвески, рамы, кабины, рычагов, КПП, выхлопной, карданов, мотора, вентилятора, зеркал, аддонов, козырьков и брызговиков. Есть несколько аддонов, несколько пар колес. Ну, кому интересно, уже как бы это из серии мазов от Рони, да, там прописочка присутствует, есть различные варианты колес, то есть и оффроудовские, там и лысые, и всякие разные, то есть по протектору это все идет в комплекте к машине, то есть прописка там написана, если что, обратитесь к автору, кто будет приобретать, поможет вам все это настроить. Так, проходимость средняя, привод полный. Так, может возить несколько видов грузов, мультиплеер, и для достижения не проверял, но я думаю, что это все стопроцентно будет работать. Значит, по модели. Модели текстуры: Алекс Кайзер, Сергей Бочаров и Ронни. Аддоны: Сергей Бочаров, Павел Загребельный, Ред Пафф, Максим Пионер и Ронни. Колеса: Алексей Кайзер, Алекс Кайзер, Алексей, сорян, Алекс Кайзер, Сергей Бочаров и Ронни. Так, звук Ронни, русский зверь, From 31 Rus, Сява. Мод сделал Роман. Значит, ссылочка, ребят, на автора по поводу приобретения будет в описании под видео. Проходите туда, к автору, к Роману, и все вопросы по поводу приобретения данного мода все задаете Роману. Вот. И давайте, конечно же, начнем. Но это все из той же серии мазуриков. Как обычно, ребята, текстуры, все шикардосно, все анимации, сейчас мы все проверим. Так, визуализация топлива в баках, все это есть, все такое у нас ржавое, все классное, колесики обалденные. Ну, колесики не стал переставлять, мосты, поворотные кулаки тут такие зачетные сделаны. Так, а это мы сейчас, давайте заведемся, посмотрим с вентилятором тут как дела обстоят. Запускаем. Вентилятор вот закрутился, брызговики заболтались. Так, тут надо мне, это я уже тут немножко накосипорил, давайте опущу, неправильно прописал там свет, все тут нормально. Значит, так, поворотные кулаки, это я уже просто извращался над светом, поэтому вот поворотные кулачки классно сделаны, да. Тяга видно ходит. Все работает, ребята. Дело, да? Так. Ну давайте пробежимся по аддонам. Текстурки, как всегда, зачет. Вид из салона. У меня тут тоже текстурки поменяли, поэтому, может быть, что-то где-то там не так будет. Анимация руля присутствует. Анимация. Козырьки болтаются. Шторки. Да? Все ходит, вроде тут у нас. Все как обычно, все классно. Так, свет вырубим. Так, и погнали, ребята, по аддонам. Сейчас мы сгоняем и по загрузке. На место полигона использую карту дефолтную с American Wheels, да. Так, значит, присутствует у нас багажник. Вот такой на крышу. На него ставятся канистры 300 литров, да. Ну, я бы, конечно, прописал тут не 300 литров. Прописал бы ремонтик, например, там, где-нибудь соточку. И канистра двадцатки, да, 60 литров солярки. Вот, ну, я думаю, что это Роман исправит. В принципе, посмотрит обзорчик. Мод свеженький, еще Рома иногда тут докидывает некоторые файлики, уже измененные, сделанные. Так,
Значит, так, багажник мы посмотрели. Есть такая штука. Так, есть у нас напарник, как из тех мазуриков тоже, да? Напарник дает нам 100 ремонтных очков. Также у нас есть еще тут чемодан. Вот он. Также в салон. Вот он. Чемодан нам дает 350 ремонтных очков. Закидываем. Так, ну и все. И уже, в принципе, можно сказать, что мы сейчас тут уже пойдем по аддонам. Так. Давайте сразу, что у нас без цепок ставится. Угу. Так, опора для крана, но это она нам сейчас не нужна, да? Поехали. Два варианта платформы лесовоза присутствует. Да ёшкин кот. Так, с удлиненным роспуском вот таким, да? Сейчас мы тут... Давайте его поставим на нейтралку. А иди твой налево. И снял еще и... Роспуск, да? Вот такой у нас, ребят, роспуск будет. Роспуск складывается. Так, что тут четверка, да, сложить роспуск. Бабах. Вообще зачет, да? Интересно, задний ход работает на этом? Все, да, фонари, ребят, светятся. Все включается, все работает. Ну, зачетно, зачетно. Текстурка прям вообще огонь. Ну, давайте скидываем его. Так, это у нас было... Все, мы это дело загрузим, ребята. Или даже давайте не загрузим, давайте-ка поедем и загрузим. Вот так вот делаем. Мы уже будем на лесоповале там все это дело дербанить, как говорится, да? Так. Свет. Все, ребят, классно. Все у нас тут едет. Все у нас тут светит. Звук свой обалденный просто. Просто огонь. Давайте-ка на автомат перейдем. Давайте-ка еще, знаете, что сделаем? Скрин тут сразу на превьюшку забабахаем. Мазурик в Америке, да? Вот так вот у нас будет это все дело выглядеть. Поближе бы, конечно, хотелось бы, да? Как-то все это дело замутить, да, на фоне. Наши побеждают Америку. Так. Как бы вот поймать этот еще скрин, было бы вообще чудесно, да? Давайте такой бахнем. Там уже посмотрим. Может быть, что-то с видосика я выдеру на превьюшку. Давайте попробуем разложить распуск. Да в рот компот, а. Тут надо было мотор немножко на распуске, да? Как-то. То он, зараза. О, все нормально. Разложили. Мотор немножко, но вот когда распуск раскладывается, поменять настроечку мотора, и было бы классно.
конечно, вообще обалденные текстурки. Как всегда, на высоте все классно. Там, если какие-то недочеты небольшие, как бы, ребята все это доделывают. Все это в процессе исправлений каких-то. Ну, вот, классно, и насколько я знаю, всегда как бы отлично там все. Ребята допиливают, и все классно работает. Так, ну вот мы и примчали, да? Так, трубы. Ага. Вот у нас, пожалуйста, и груз. Давайте попробуем скинуть тут. Сразу посмотреть по загрузке. Скидывается два длинных. Все это, ребята, загружается. Все классно. Да, можно смело, я думаю, отцеплять эту платформу. Платформу, да, это первая платформа. Так, вторая платформа у нас. Ставим вторую и смотрим, что же у нас тут по второй. Есть тоже удлиненный распуск, вот такой. Давайте поглядим его поближе. Ну, классно тоже. Это тоже не складывается распуск, кстати. Так, и дальше что у нас тут? Давайте грузиться. И давайте же грузиться. Так. Все, все зачетно, ребята. Скидываем. Также выпадает почему-то у меня два бревна. Хз почему. Мой косяк, может быть, у меня моды напиханы, поэтому я могу как бы ошибаться, да. 4 очка загрузки, длинные бревна, 2 штуки. Так. Не могу понять, в чем косяк. В чем же тут? Нужно еще одно бревно. Ну, 3 должно вылетать. Да. Ну, я не знаю, Роман посмотрит. Если это у Романа там небольшой косячок, то ничего страшного, он поправит. Хотя, возможно, я говорю, забивают мои, как бы, эти моды, которые там напиханы, да. Трубы. Трячка, ребята, трубы, пожалуйста. Скидываем. Тут тоже пока еще вопрос не решен. Хотя, я думаю, это можно, наверное, просто будет подсказать. Роман будет, если смотреть, сделать вот эти. Либо чтобы бревна тут где-то ближе сюда сваливались, чтобы они оставались. Либо вот эти красненькие хреновины увеличить просто размером. Даже если и будет выпадать на землю. Ну, по-читерски немножко будет, но ничего. Ладно. Я думаю, Рома сюда пилит. Так, камни. Ну, камни-то уж сюда по-любому никак не загрузить. Ну, с трубами вообще классно. Ржавенькие такие. Зачет. Ничего страшного, ребята. Все, парни, это все исправят. Ничего. Совершенно тут нет такого ужасного. Так, давайте скидываем. Мы удлиненный распуск. По-моему, есть распуск короткий. Вот он. Давайте отъедем с этих бревен. Так. Также грузится все. Давайте скинем. Тоже небольшой косяк. Ну, это ничего страшного, я еще раз повторяюсь, ребят, это все регулируется, и все это делается в течение там 50 минут. Поковыряться, и все это можно починить. Так что это не страшно, не проблематично, как бы, да. Так, трубы сюда не грузится, это не грузится. Так. Вот такие грузятся дрова у нас. Ну, классно, классно. То, что с погрузкой, это все, ребята, это все правится буквально, там, можно сказать, в течение 10 минут, и все можно поправить. Так, скидываем прицеп, распуск. К тому же Рома еще сейчас только мод вышел, уже закидывал мне тут 2 файла, как бы что-то где-то тут уже менялось.
Вот, поэтому все это Роман сейчас доделывает еще. Мод свежачок, поэтому сейчас тут на тестах все на этих все исправляется. Так, смотрим, что у нас дальше. Дальше у нас уже пойдут седла с прицепами, да, и смотрим, тут есть у нас самосвал. Так, вот такой самосвальчик, ребята, тоже шикарно выглядит. Давайте отъедем мы отсюда. Как-то вот так. Можно было, конечно, самосвал вот на каких-то из мазов есть прям вот такой рыжий самосвал прицепик, поэтому тут тоже трубы по-любому никак. Так, камни, 2 очка загрузки. 2 очка загрузки, камни, ребята, все. Камни с обалденной текстуркой. Зачет. Мох такой тут такой. Присутствует. Давайте тоже скинем, посмотрим. Все нормально тут скидывается. Все загружается. Все тут зачетно. Так, давайте скидываем самосвал. И поехали дальше у нас. Дальше у нас, в принципе, да? Что же у нас тут, в принципе? Так, платформа лесовоза. Это мы посмотрели. Давайте переходим. Седло 1. Ставим. Прицеп самосвал. Вот такой у нас прицеп самосвал. Все, естественно, с анимациями, ребята. Все работает. Работает вот сейчас опора, даже видите, как двигается. Все работает, все хорычит, да. Все тут все нормально. Так, по загрузке у нас, значит, прицеп самосвал. И погнали. Это не грузится. Камни. Ну, я думаю, вот камни. Вот эти будут, да? 3 очка загрузки. Вот. Вот они есть. Давайте скинуть груз. Груз скидывается. Загружается. Все отлично. Давайте сразу. Прицеп самосвал мы убираем. Так, что у нас тут еще из вариантов на него? Цепляется трал, да? Цепляется трал. Здоровый трал-то, да? Давайте попробуем, может, загнать меня в трактор. Ну, в мультиплеере, естественно, это не будет работать, да? Лапы. Так, лапы. Сейчас мы их опустим. Опоры. Все есть, да? Так, давайте протянем вперед немножко и пересядем на трактор, да? Как он у нас тут называется-то? Походу он. Блин, ну он такой здоровый, может и не залезть, да? Прям уж жалко, блин, маза. И сейчас я его походу того. Да еб, верни матрас. О, вообще жесть, парни. Бедолага. Как говорится, как ни крути, да? Но погрузили. Так. Вообще жестко. Ёшкин кот. Бедолага.
Бедный Мазурик. Он еще хоть сможет его объяснить, я не знаю. Все нормально, ребята. Все работает. Вообще жесть, вот он вообще сила. Давайте его откатим сюда куда-нибудь. Вот это огонь. Так, где тут опоры? Надо я отцепить прицеп. Даже вжало эти опоры, смотрите, под весом этого трактора, да? Огнище. Так, ну давайте смотреть, что тут у вас еще есть. Так, значит, травму посмотрели, да? Так. Прав. Прицеп самосвал, посмотрели, да? Опора для крана. Так, где-то тут есть манипулятор, ребята. Так, опора седло 2, да? Мигалки. Вот такие у нас, кстати, ставятся мигалочки, да? Можно ночь включить. Все классно. Для этого топлива надо поставить, кстати, да? Тут едет цистерна. Давайте снимем седло. Где оно? Поставим седло 2. Прицеп цистерна. Пожаробезопасный выхлоп. Установлен. Седло надо. Седло. Прицеп цистерна. Галки. Вот, пожалуйста, да? Вообще зачет. Демонстрации топлива тут нету. Ну, это все прописывается. Я думаю, Роман все это дело тоже исправит. Давайте ее попробуем сюда куда-нибудь отогнать. Также сейчас сделаем опоры. Ну что, классно. Выглядит обалденно, ребят. Так, давайте смотреть, что же у нас тут еще есть. Немножко лагает, но видосик, ну ничего страшного. Ну, так, мигалки, так, мигалки. Где же у нас манипулятор? Все, мне как это он. Нужно поставить и седло 2. Так, седло 2 надо поставить. Значит, скидываем седло. Ставим седло 2. Опора для крана. Манипулятор. Прицеп самосвал. Вот так вот. Ага. Никто не ожидал. Я сам не ожидал. Слушайте, зачетненько, да? Так. Давайте попробуем, что тут опустить опоры. Оп, не то. Развернуть опоры. Опустить опоры. Захват работает. Так, стрела. Все, ребята, это циклирует, да? Даже можно, например, ну-ка, где опоры? Ну-ка, давайте подъедем.
Блин, трактор теперь мешать будет, ёкарный бабай. Функции. Захват. Стрела. Захват. Не знаю, просто сколько тут брёвен надо, но сам факт. А, еще одну надо. Ха-ха, не хватает немножко, но все равно прикольно. Давайте вернем. Возврат. Ой, захват. Где возврат-то? Вернуть его. Поехали съездим, загрузим, да? Мне просто ради интереса. Интересно. Так. Это ж тут должны быть бревна, да? Ну что, проходимость у него, два моста, отлично прет. Так короткий, да ёкарный бабай, а нам подлиншу бы надо. Где подлиншу поискать? Вон еще какой-то козел стоит, да? Давайте сюда сгоняем. Какие-то средние, по-моему, да, бревна? Это длинные, да? Ёшкин кот, нам надо средние. Давайте на... Наверное, сюда сейчас еще сгоняем. Проходимость вообще зачет, ребят. 5 баллов. То, что тут пару неотрегулированных загрузок, это все мелочи жизни. Это исправляется еще за 5 минут. За 5, за 10, там, я не знаю, кому, кого, как руки запустить. Так, у нас ничего не нарисовалось, да? А так все, ребят, работает. Ох, ни хрена себе глубоко как. Ну вот, вот он этот манипулятор, ребята, про который я все время говорил, что не хватает на модах, на хороших. Должен быть обязательно свой манипулятор для загрузки. Вот теперь можно ставить там масс, например, 504, 500, да, и вот этот 509, и вообще зачет. Где дрова, ешкин корень? Где-то есть дрова еще, интересно. Все похоже. Дровами беда. Нам нужно среднее бревно одно. Где его найти? Там короткие, там длинные, а средние где? Где же средние бревна? Прет вообще отлично, ребят. Где вот нам средние бревна найти? Так, я вижу, там асфальт. Бревнами, походу.
Фига тут не прокатывает, да? Вон они какие-то еще стоят, бревна. Ну-ка давайте-то туда ломанем. Это короткий, который я скидывал. Хрен его знает. Сейчас поглядим. Короткие, да? Короткие. Ну и ладно. Хрен с ними. С этими короткими поехали. Чтоб бревно тут прорисовалось. Поднимется, интересно, нет? Залезли. И толку. Мы залезли. Залезть-то мы залезли. Где нам теперь тут ехать? Пипец. Ёшкин кот. Вот мы заперли, да? Тут еще какие-то бочки. Ну давайте пробовать слезать, как там умудриться. Пролезли, ё-моё. Сейчас я с такими покатушками, ребят, забуду какой-нибудь аддон обязательно, наверное. Так, топливо мы посмотрели, трактор мы посмотрели, все это у нас стоит. Здесь уже на загрузке, да? Давайте загрузимся. Да, и тучи-то вон, бревна тоже немножко
Так, труба, прицеп самосвал. Вот что нам надо. Вот нам камни, ребята. Все тоже так же они скидываются, ребята, загружаются. Вот у нас выпало 3 бревна. Все, погрузка идет отлично. Так, это можно закрывать. Давайте посмотрим, что у нас в гараже тут. Так, это мы посмотрели. Манипулятор, да? Так, ну что тут еще? Ну вот опять же нет гаражных частей. Тут ремонтных частей нет. На данном моде можно было бы. Ну я думаю, что в принципе Роман может и прикрутить, как бы это все есть на других модельках маза. Ну или выбирать уже там, покупать несколько вариантов мазуриков, да? Так, скидываем мы опоры для крана. Манипулятор ушел сразу, да? И пожаробезопасный выхлоп можно снять. Прицеп самосвал можно снять. Так. И что же у нас еще тут есть? Чтобы поставить трал, седло. В принципе, мы все уже и посмотрели. Все распуски. Все поглядели. Давайте скинем седло. Уже как таковое. Поставим какую-нибудь симпатичную платформу лесовоза. Да, и прокатимся еще на ней. С ней, точнее. Да? Трубы. Трубы сюда не идут. Тут только идут длинные бревна. Вот такой макар у нас будет. А, ну багажник, наверное, можно воткнуть. Давайте посмотрим. В принципе, багажник. Канистры. Мигалки жалко нельзя поставить. Надо седлами с мигалками. Ну вот. Все. В таком, как говорится, варианте можно и прокатиться. Да? Давайте попробуем его куда-нибудь упилить. Но звуки вообще обалденные. Ну, в принципе, косяк, небольшой косячок, это две загрузка-выгрузка не работает, да, там на батончиках. Но это все поправимо. Что-то можно исправить, сделать как надо. Их, сейчас я его уходну. Кедрини фини. А чем мы тут едем? Давайте-ка через реку маханем на нем. Везет. Я думаю, что должен увезти. Какая елка, смотрите. Не сломалась. Ну-ка, давайте эту попробуем. Нет, эту реку нам тут не переехать. Зря я сюда, ребята, заехал. Надо было ехать, куда я ехал. Елочки, смотрите, перестали вот так конкретно мешать машине ехать. А там же блокпост, да? Ай-яй-яй. Не проедем мы там. Ну это уже так скажем, для обзора. Посмотреть проходимость, как он катает. В принципе, все тут классно. Значок СССР. Сделано в СССР. Канистрочки такие. Ой-ой-ой. Так, как бы нам вот тут надо спуститься, наверное, да? Еще есть вариант там съехать нам с такого обрыва. Давайте попробуем. Че, нормально, съехали.
Отлично, ребята, идет машина. Даже давайте-ка я сделаю вот, нажму настроечки. Отключу все это дело. Чтобы скрин где-нибудь забабахать хороший. Классно, ребят, вообще. Хороший мод. Скажем так, добротный. Лампадульку видно в салоне, да, что свет горит. Все нормально. Давайте попробуем сюда выбраться наверх. Заберется. Надо бы, конечно, понижайку, может быть, давайте, да? Чтобы его не перехватывало. Забрались, ребят, вообще без проблем. Как говорится, сделано в СССР. Повышаечка. Все зачетно, ребята. Два минуса таких небольших — это загрузка-выгрузка не отрегулирована на двух этих аддонах. Но это мелочи жизни, ребят, по сравнению с тем, что эта тачка вытворяет. В принципе, прет на полную катушку тут. Все это отрегулировать можно там буквально там лет чуток, я думаю, что когда уже видосик выйдет, Рума посмотрит, все исправит, все сделает. Выезжаем, там стоит какой-то автомобиль. Это Western стоит. Зачем нам Western, если у нас есть МАЗ 509? Вот эти решеточки что же на отдалении, да, как играют? Обалдеть. Открываем мы его и погнали дальше. Надо какой-то скрин забабахать, да? Давайте такой сделаем. Или будет, как говорится, да? Такой вариант. Все, я не могу, конечно. Ать. Слишком не того. Красавчик такой.
бородатый друг. Ну, обзор, я чувствую, затянули мы, но зато посмотрим, как вот, да, проходимость, все, все пощупаем руками, как говорится, да. Все проверим, все посмотрим. Если со звуком хрень там, ребят, ну уж не обессудьте, че. Так уж вышло, значит. А мод вообще обалденный, ребят. Пятерка, даже с учетом, что там плохо с загрузкой, не отрегулировано. Ну, этот, я говорю, мод только вышел, ребята только сделали, да. Все это буквально правится за 5 секунд, так что ничего страшного. Ну, вот и асфальт. Вот он и асфальт. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Ух! Едет твой корень, бляха. Вот это мы тут заехали. Знак за бампер зацепило. Ну ладно, в принципе, потащили его с собой. Может, отвалится где? Да отвали, этот долбанный знак. О, воткнули, знак поставили. Ха-ха, мы поставили знак. Где он? Все, наверное, и прицепом прикатали, да? Зачет. Демонстрация. Тут даже топливо есть, ребята, в этих канистрочках, да? Ну, 300 это много, конечно. Это лучше, конечно, сделать по реалу, да? По 20-очке, 60 литров там, я не знаю. Где-то еще скрин хорошенький так подловить, вот никак не могу на превьюшку приметить что-нибудь, да? А ну это мы уже все в город, наверное, едем. Отлично идет аппарат, подвеска работает, все анимашки, все красиво, все зачетно. Две надо арены вот эти для погрузки-выгрузки отрегулировать. Все. Ну это все, я думаю, Роман запилит. А ну вот и дорога, куда мы на этом шатались. По болоту. Ой-ой, что-то вот на камни затащило. Что-то долгая дорога какая-то, да? Сейчас я чувствую, тут назаписываю. Надолго. Ой-ой-ой. Ну все, рабочий манипулятор, да, вот. Плохо нету, что гаражных частей, да? Фуру бы прилепить можно было бы. Но я думаю, что Роман может это все делать. Либо это... Второй мод надо брать, мазурик какой-нибудь с гаражными частями, там 509-й. Это вот этот у нас, да, 500 или 504-й.
по-моему, в 504 или 500 там есть тоже лесовозы, поэтому почему бы и нет. В принципе, я думаю, у Романа там и скидки постоянно в группе бывают, поэтому я думаю, что у кого есть возможность, да, и желание, то могут. Многие ребята вот пишут, что приобретают, да, и катают все удовольствие. Но это я говорю, опять же, кто может себе позволить. Ну, естественно, чтоб мод не сливали надежных друзей, как бы можно-то, в принципе, и с друзьями кататься на модах, да. Ну, но чтобы друзья были надежные, с которыми можно смело кататься и не бояться, что его сольют. Ух ты, как он прыгает. Давайте еще такой какой-нибудь замутим. Скрин, да? Ну и все, ребят, на этом будем заканчивать. Еще раз повторяюсь, мод приватный. Ссылочка на автора будет в описании под видео. Пишите, пишите автору по поводу приобретения. Мод зачетный. Есть два небольших недочета по регулировке загрузки, выгрузки. Ну, это мелочи жизни. Все это, я думаю, Роман поправит. Все, с вами был, как всегда, Драйвер51Рус. Подписывайтесь, ребят, на канал, ставьте лайки. Делитесь видосом. Всем удачки и всем пока.